Новые качели, горка, безопасное покрытие. Детская площадка в Трехгорке на улице Кутузовской, 9, соответствует всем современным стандартам. Депутаты-единороссы оценили качество проведенных работ. Здесь очень инициативная группа родителей, которые участвовали непосредственно в проектировании площадки, наполнении ее, выборе необходимых элементов для площадки. Вот сегодня мы видим, что работы сделаны, и родители с детьми могут ей пользоваться. Проведение реконструкции запланировали еще год назад. Жители активно выбирали МАФы для детской площадки. Хотелось сделать ее красивой, интересной и безопасной, говорят родители. О хорошем освещении и разделении на возрастные группы также позаботились. На портале «Добродел», да, размещена информация, то есть там проходило голосование именно, ну, голосовали, я думаю, не только из нашего дома, потому что территория проходимая, и потому что школа рядом, и постоянно здесь дети. Еще один двор в Трехгорке стал комфортным для игр. Ребята с радостью проводят здесь свое время. В планах у инициативной группы сделать игровое пространство более экологичным, посадить деревья и кустарники. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».